Я уже не помню, снимал я или не снимал этот номер. Но на всякий случай снимаю. Дом называется Анжелика. Колораж 46 в самом-самом центре, там, где два фонтана. Где фонтан-одуванчик и где фонтан этот поющий, новый. Рядышком с площадью Центра национальных культур. Номер эконом. Что имеется? То есть эконом, санузлы, удобства все на этаже. В наличии имеется двухспальная кровать, тумбочка одна штука, кондиционер также одна штука, телевизор, стол, стул, шкаф с зеркалами. Вот все, как говорится, внутреннее убранство данного номера. Цену я вам укажу. Ну или уже указал, вы наверняка ее прочитали уже в самом-самом начале. Сейчас меня осенило, пока я снимаю ролик «Мудрая мысль», сделать вот так вот отдельные ролики про комнатки, а потом уже отдельно сниму про санузлы и про вот эту кухоньку, потому что потом, чтобы не повторяться по 30 раз. Вот, так что демонтирую. Вот такая вот комнатка, небольшая, не маленькая, на двоих человек, в самом центре. До моря приблизительно 8 минут пешочком. Я снимал ролик, есть в принципе ролик, который прямо вот от калитки, от Анжелики, я прям иду пешком к центральному пляжу. Можно пройти пляжем «Салют», «Лазаревский 1», «Лазаревский 2». Если пойдете туда, вот в сторону мостика подвесного, не подвесного, господи, железнодорожного, то по речной выйдете опять же к Багратиону и пляжу с моря и к речке. Туда чуть подольше, мне кажется, будет. Ну, не кажется, а будет подольше. Минут, может быть, 15 максимум. Во всяком случае, для меня точно. В общем, такая вот комнатка. А сейчас пойду сниму фрагменты. Так, как и обещал, снимаю блок. Ну, в смысле не блок, а дополнительный блок, в котором все расскажу про что находится на этаже. Друзья мои. Дом Анжелика по-прежнему, все то же самое. Здесь вот вы выходите из комнатки. Здесь раз, два, три, четыре, пять комнаток. В наличии здесь стол. Точнее, тут не один стол, тут их несколько. Место, где можно погладить белье. Холодильник, сушилка просто пока временно тут стоит, потом ее уберут. Имеется вот такой вот душ, если вдруг что там кому не хватит. Номер 0. Также здесь на этаже имеется санузел один, где можно сходить, посетить, скажем так, уборную, умыться. Кроме того, также на этаже еще имеется на эти комнатки санузел такой с душем, унитаз и раковина. Небольшой, как говорится, не маленькой. Есть место, где можно помыть посуду. Господи, слова новые придумаю на ходу прямо. Чайник, холодильник. Если что приготовить там по-быстрому, то это есть также на первом этаже. Но это потом мы уже отдельно снимем ролик там внизу на этаже. Про эту комнатку уже снял ролик отдельный. Вот. В комнате номер 2 там свой санузел, там внутри все удобства, поэтому он не считается. То есть он не пользуется этими удобствами, которые на этаже. Вот как бы вот так вот. Что еще можно сказать, даже не знаю. Сейчас доведем до ума все. И будем готовы вас, как говорится, принимать. Все, на этом все. Всем пока, цены уже знаете.